Беженцам, прибывающим в наш регион, не может быть присвоен статус безработных. Однако в центрах занятости населения иностранцам готовы оказать всю посильную помощь. Об этом на заседании правительства сообщила Татьяна Сергеева, председатель комитета Ивановской области по труду. На базе центров занятости работают консультационные пункты, где можно получить информацию о возможных вариантах трудоустройства, причем не только в нашем регионе, но и в соседних областях. При получении статуса, то есть свидетельства установленного образца временного убежища на территории Российской Федерации, все эти граждане получают право на трудоустройство. Мониторинг о потребности граждан, нуждающихся в услугах службы занятости, проводится в ежедневном режиме. На сегодняшний день в Комсомольском районе, с учетом прибывших последнего борта, 93 таких гражданина, и самостоятельно обратились, я приехала не в организованном порядке, это 8 человек в Иванове, 3 человека в Палихе